Бывший участник проекта «Дом-2» заметил, что певицу много раз обижали мужчины. Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньшиков тепло поздравил певицу и телеведущую Ольгу Бузову с днем рождения. Ей сегодня, 20 января 2019 года, исполнилось 33 года. По его словам, Ольга Бузова, часики сегодняшнего дня. Она чувствует тенденции и неукоснительно следует им. Также Меньшиков сказал, что восхищается трудолюбием и жизнелюбием певицы. Экс-участник телестройки заметил, что телеведущая не привыкла унывать. Если кто-то пытается ее сломать, то она становится еще сильнее. Меньшиков добавил, что Ольга не может найти мужчину своей мечты, потому что ее много раз обижали. Каждое отношение приносили боль, и сейчас звезда уже боится доверять представителям сильного пола. Меньшиков между тем не сомневается, что рано или поздно Бузова встретит мужчину своей мечты. Новый кавалер, как уверен бывший участник «Дома-2», будет любить ее не только за ресурсы, но и ее за ее многогранную и ранимую душу, сообщает портал телепрограмма. Про.